14 августа службы города и неравнодушные жители провели на свежем воздухе. Пусть с опозданием, но Десногорск дождался проведения субботника. На месте событий побывала наша съемочная группа. Обычно субботники проходят в апреле. Так как у нас в этом году пандемия COVID-19, все это переложили на неопределенный срок. Сейчас ограничения ослабили. Решили мы в этот прекрасный летний день провести субботник нашей организации. Хороший пример для подрастающего поколения. Сделаем город чище. Сотрудники МУП ККП и просто жители Десногорска вспомнили о своем весеннем долге перед городом. Апрельский субботник прошел с опозданием на 4 месяца. Но планы участников мероприятия от этого не изменились. На повестке дня – навести порядок во всех районах Десногорска. Раньше мы были, всегда выходили на субботник и убирались. И вспомнили, и увидели объявление сегодня, что 14 числа будет субботник. Мы вышли, решили подмести около дома цветочки свои пополоть. Конечно, чистоту города и так поддерживают ежедневно. Но главное отличие субботника от привычной регулярной уборки – это повышенный объем работ. Это помывка стекол, которая, конечно, наверное, у нас не каждый день она происходит, но мы стараемся все равно убрать. Вывоз мусора, покраска малых форм, покраска урн, покраска скамеек. То есть все, что мы должны сделать, сегодня обхватить из этого перечня и даже выйти за рамки его в этот день. В мероприятии приняли участие более 200 человек. Это сотрудники коммунального предприятия и местные жители. Активность последних в этот раз была невысокой. Но если соответствующее желание вдруг появится, прибраться в своем дворе можно в любое время, не дожидаясь субботника. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.